Горице я попал в 2008 году. Сначала занимался тайским боксом у тренера Зайналбека Зайналбекова. Это были годы, когда только-только появились смешанные бои. Там Багратион разные. И просто мне вот, не знаю, больше понравилось, чем тайский бокс. И я вот услышал, что Мусаил Алаудинов тренирует смешанные единоборства. Он и сам на то время выступал в этой организации М1. И вот так к нему попал, и Мусаил потихоньку набрал ребят и организовал клуб «Горец». И так и появился клуб «Горец». М1 Selection турнир начался в 2009 году. Ну, я как бы, не знаю, немножко несерьезно, наверное, отнесся к этому турниру. И в первом кругу я проиграл из всей команды 4-1, счетом 4-1. Тоже нашему же бойцу проиграл. И сам на себя разозлился. И в следующие, последующие все круги я одерживал победу. Магомед Тяж Султан Ахмедов! Я проиграл одному поляку, у меня болела нога, я снялся на месяц, ну, она у меня полностью не восстановилась. И на первых же секундах я попался на этот прием, и у меня получилась осечка первый раз. Второй раз уже за титул я уже не упустил шанс и забрал его. With a record of 15 wins and 5 losses, the universal karate fighter from Mahachkala, Russia, here is Магомед, the White Wolf, Султан Ахмедов. That liver shot hurt. That knee hurt. Straight left. We want it. To just a straight left kick to the head. Another one. Oates on the spot. Looking at Jeffries. How much more points? But Sultan Ahmedov drops him and it's over. Magomed. Sultan Ahmedov is the new M1 Global Middleweight Champion with a smorgasbord of strength. Я заболел, и мне пришлось сделать две операции подряд. Сначала сделал одну операцию, потом немножко реабилитировался, сделал еще следом еще одну операцию. Потом женился, у меня там подряд дети пошли, и немножко, короче, семейная жизнь засосала. Ну, выступление, как бы спорт я никогда не бросал, занимался. Просто с выступлением пришлось сделать небольшую паузу. Уступить место нашему же бойцу, Имееву Рамазану, тоже, который стал чемпионом в моей весовой категории. Ну и чтобы с ним не встречаться, я ушел. Как бы мы, если попадаем там два бойца с одного клуба, даже на любительских соревнованиях, мы стараемся не биться друг с другом. Почему? Потому что и так мы здесь все знаем, кто сильный, кто слабый. Поэтому мы решили, что так будет грамотно просто. 1.84, у нас есть поезд на 93. Сейчас мы, короче, надеемся, что у нас на 77 тоже будет. Мы команда, мы вместе думаем, у нас нет такого. Раз, я подумал, мне надо так делать. Мы все обговариваем, обсуждаем и двигаемся в одном направлении. Ну, там дальше видно будет, насколько, короче, меня хватит. Загадывать, планировать можно сколько угодно. Как говорится, мы предполагаем, Бог располагает. Там видно будет. Что Романов, этот парень, он как борец слабый, как ударник неплохой. Вот борьба слабая его сторона, ударка сильная сторона. Ну точно так же, как и у меня борьба слабая, ударка нормальная. И как бы мы подходим друг к другу. На столицу надвигается шторм. Примите меры предосторожности.
осторожности и наблюдайте за развитием стихии. Легендарный Александр Шлеменко снова возвращается в Россию, чтобы сразиться с американской машиной Полом Брэдли. Неудержимый Максим Гробович бросает вызов действующему чемпиону Алексею Кунченко. А Сергею Романову предстоит настоящий тест на прочность в бою против короля нокаутов Магомеда Султан-Ахмедова. Эти и многие другие зубодробильные схватки на M1 Challenge 75. 3 марта. Москва. Спортивный комплекс «Олимпийский». Билеты кассир.ру и в кассах «Олимпийского». Информация mixfight.ru.